Всем привет, пупсики мои. Опять после работы увезла меня Анюта на дачу. Работать заставляет. Ой. Джек, пошли. Я даже не видел его. Короче, у нас гремит все. Молнии, гром. Сейчас с работы шел по территории. Град. Булка вся мокрая. Насквозь. Туча, ой-ой-ой. Шланг делает. Ну как делает? Я тоже делаю. Помогаю ей. Что-то она его изогнула как-то странно. Его надо было сначала Анюту размотать, а потом прикручивать. Собачку кормит. Туча, туча. Ну, град такой нормальный. Почти размером с горошину. Собаки до сих пор ходят. Приехал, думал после работы как бы в гости заскочить, покупаться. Нет, не получится, по ходу дела. Ни в какую купаться. Потому что это... Ну, это... Дождик, что толку залазить? Вон там он идет, прям видно. Сыпну, нормально так. Идет. Вот это да. Она еще шланги покупает, полить. Все само польет. Сейчас тут града нет. А только что 10 минут назад был. Я жрать хочу. Вот помните, я покупал. Говорил. Не могу понять, ее греет, не греет. Или можно прям так. Я прям не знаю, у меня сегодня целый день какой-то жор такой. А есть нечего тут. Голики тут у них с едой. Все попрятались, короче. Взорвал. Будем пробовать. Лишь бы не отравиться. Да? Не берите такое. Шляпа редкостная. Это, наверное, с каких-то домашних животных сделано. Что, я буду есть, наслаждаться видом? Этим чудесным. Не знаю, что они в домике сидят. Прикольно же вот тут беседки. Аж деревья, видите это? Клонит. Нормально так. Лишь бы мышиный хвост не найти тут. Сейчас скоро пройдет. Поливать берег хочу. Клубнику. А это что, не полив? А? Сейчас все нормально так польет. Угомонный. Клубнику собираюсь. Печеньем еще подкармливать меня. Это мне? С сыром крекет. Да куда? Мне много это. Рис как будто чуть-чуть недоделанный, знаете. Привет. Нет, не суп будешь? Не, лучше тебе не надо. Но?
не ест такое. А чая нет, да? Ну, холодный. На чем тебе вода? А? Приехали, я говорю, надо было в магазин заехать, нормальные колбасы взять. Я думал, тут все есть. У меня есть весь пакет. И все. Собираю клубнику. Сейчас как даст нам по беседке. Солнышко вышло. Давно я такие помои с банок не ел. Теперь я убедился, что это... Да нет, поход-то можно куда-нибудь брать. Колбасы только добавил. Мясо вот я все съел уже. Ну как, есть кусочки. Ну, это хоть морковка есть. Плов с мясом. По-узбекски. Фото реально. Угу. Зелени-то не было тут. Умеет готовить. А у меня, не знаю, не помню, говорил, нет, у меня жор прям сегодня, я не знаю. На обед пришел домой. Рыбка вчерашняя была. Мама курочку сделала. Зажарила, так прикольно. И картошку отварила. Я вчера купил. Говорю, картошки хочу. Вареный. Ну, лишь бы не макароны, нет. Я даже срок годности не посмотрел. 18.03.24. Это выпуск. А хранится год. На банке написано. Лишь бы не отравиться. Сухомятку еще не попить ничего, но вода есть. Почти пустая. Ладно, все. Включимся. Да? Да. Они вкусные. Но с кунжутом Яшкино вкусней. Все, я не буду доедать, там осталось вон. Скажу так, не понравилось, я даже есть не стал. С голодухи все можно схавать. Я не привередлив к еде. Мне без разницы.
Это как некоторые, ой, это не ем, то не ем. Не, молоко я реально не хаваю. Нет, от него сразу обратно воротит. А... а так вот я поел, ну могу честно сказать, говно, говно. Ну как бы не привередлив. Если хавать хочешь, поешь. Потому что ты в любом случае можешь поесть, ну. Лишь бы не помереть. И есть придется. Угу. Я думаю, вы это понимаете, да? Сегодня на шабашку опять не едем. Не доделал он свою старую шабашку. Завтра будем начинать. Завтра поедем. Что ты ходишь, как мышка? Ходи нормально. Давай, наливай, попьем. Вон же вода. Я не болею. Давай, наливай мне, потом ты себе возьмешь. Попить хочу. Давай. Вот так вода и тратит. Все можно забрать. Все, пойдемте. Ягоду сейчас посмотрим. Огородница-то себе вон еще купила, что. Ну, клубничка. Видите? Ну, тут есть. Вон красная же есть там. Однобока. Однобокие не срывай. Не, чтобы подождать, когда она вся нормально созреет. День-два хотя бы. По 20 ягодок срываете. Все на ура и ушло. Туда. Да, там же урай. Да, там. Пойду сейчас, наверное, купаться в бассейне. Сейчас посмотрим, будет еще дождь, нет? А что, я поел, можно и покупаться. Ну все, нету, не будет. Небо чистое. Солнышко вон там. Сейчас эта туча пройдет и нормально парить будет. И все. Забор весь цветет в натуре. Не доел пиццу вчерашнюю, которую я здесь ел. Цветочки растут вроде. Землю так и не дособирала, столько переживала. Хотела же туда, в свои покои, убрать. Спрятались. Малина, сладко на губах. Малина, малина в облаках. Малины вон тоже лезет. Однобокая малина. Нашла на что цеплять. Нормально придет. Угу. Еле дышит. Это палка. Хочет зацепить куст. Скоро ягода вырастет, эти кусты прям клонить будет, потому что ягоды будет килограммов по 20 тут. Все растет вроде. Ой, доски переложили, что ли? Я только сейчас увидел, доска здесь была. Ближе к домику поставили. Это, наверное, чтобы никто через забор не прыгал, да?
шмели летают. Красиво. Сегодня видео сад и огород. О, подвязали. Еще вон те подняли слегка. А то в натуре упадет все. Короче, как-то так. Все. Что с цветами? Цветы вон. Пока растет. Эй, ну-ка стойк. Че вот это за парник, я вообще не знаю. И зачем он там нужен? Да. Садить что-то собралась. Тапки мега одела. Не это, не сползай. Уже зима кончается, она вон что садит. Это все не палкой можно делать, а пальцем. Плохо ты своих садников, огородников смотрел. Штору же вчера еще вам повешал. Сделал такую рейку, типа, чтобы это... Думал, они у нее до конца, ну, как жалюзи или кто там будет не жалюзи, как он, не помню, как называется. Но не, о, проблески солнца как раз его. О, красота, ляпота. Просто лепота. Пустые грядки. Тут могли бы быть ваши помидоры с вашим именем. Но вы этого не захотели. А было бы неплохо. Сидят, так смотрят. Любопытные такие. Все, мы накупались от души. Трусёшки забрал, все забрал. Закрыли уже. Сейчас уезжаем. Прямо от души вообще накупались. Думал, туча пойдет сейчас. Не, не идет. Ни капли. Не хочет идти. Я вообще аж прям минут, наверное, нормально. Больше получаса там был. Что все. Валим. Домой. Мы с Совкой к себе. А они к себе.